Выставка World Food 2022. Мы продолжаем общаться с лидерами пищевого рынка России. И с одним из них поговорим прямо сейчас. Это Владимир Келлер. Здравствуйте, Владимир. Добрый день. Расскажите, какую компанию вы представляете и чем занимаетесь? Мы представляем компанию «Агроном Сад». Мы находимся в Липецкой области и занимаемся выращиванием, производством и реализацией яблок. Сколько компания насчитывает лет на рынке? Более 90 лет. Это традиции садоводства еще со времен колхозов. И с 2014 года мы активно занимаемся развитием этого предприятия. Ну, я думаю, что за 90 лет есть не только традиции, но и какие-то показатели, которыми можно гордиться. Расскажите чуть подробнее. Да, конечно. На сегодняшний день наше хозяйство – это 5000 гектар. Из них 2000 гектар – это сады, и более половины – это уже интенсивные сады. И в этом году мы рассчитываем получить урожай более 40 тысяч тонн. Это очень серьезные показатели. Но давайте немножко о выставке. World Food 2022. Вы здесь сегодня представлены как участник? Да, мы участник. У нас отличный стенд. Можно с удовольствием будем рады встретить там всех гостей. И там, собственно, и выставлены, и представлены наши продукты. Скажите, я знаю, что были церемонии награждения, проходили вчера, будут еще сегодня. Участвовали ли вы, были ли заявлены как участник? Да, конечно, мы участвовали, и мы победили, мы взяли гран-при в сфере импортозамещения, поэтому да, мы гордимся этим, этой победой. И тогда скажите, есть ли какие-то договоренности, в принципе, выставка у нас подходит на финальную черту, много здесь было производителей, много интересных людей, собрали ли вы контакты? Да, это на самом деле, наверное, одна из самых эффективных выставок для нас, потому что мы встретили много новых партнеров, которых редко встретить можно в Москве. Это региональные ритейлеры из регионов Сибири, Дальнего Востока, Урала. Мы встретили новых начинающих стартаперов в онлайн-сфере, хотим тоже с ними сотрудничать. Ну и, конечно, мы поговорили со всеми нашими текущими партнерами, с федеральными сетями и с теми, с кем мы уже долгие годы сотрудничаем. Но как вы оцениваете, скажем так, промежуточные итоги? Все цели поставлены, поставленные цели выполнены? Вот. Да, верно замечено, они поставлены и выполнены, но мы рассчитываем еще на один эффективный день сегодня, поэтому итоги подводить какие-то пока не будем. Спасибо большое, Владимир, тогда желаем вам удачи в сегодняшнем дне. Спасибо большое.